Итак, здравствуйте всем. И сегодня на канале StarLadder 12 с вами я, Кракозябра, комментирую матч против команд. Сейчас я назову название команд и составы в них. Но еще не все подошли. Остался еще один игрок от команды TTBU. Да, она вроде так называется. Значит, первая команда Pizzy Quicks называется. Так, капитан у нас Зи Квикс. Так, зовут его Дмитрий Дубина. Ладно. Значит, состав TTBU. Тут не полностью показан на сайте, значит, StarLadder. Не знаю, почему отсутствует еще один игрок. Но, впрочем, это не важно, в принципе. Ждем, пока закончится разминка и подойдет еще один игрок от команды TTBU. В принципе, время уже показывает то, что матч должен был начаться. Ну и, собственно, ждем, когда они все придут. Так, вот, собственно, подошел еще один игрок команды TTBU, и матч сейчас уже начнется. Команда The Quicks, по-моему, уже выбрала карту. Это Мираж, Демирейдж. Так, ну, матч стартует через 3 секунды. Обе команды прописали в чате Ready. Так, значит, матч начинается. Первая пистолетка. За защиту играет команда Pizzy Quicks. За атаку TTBU. Но посмотрим, что они будут делать. Так, ну... Что-то непонятное. Посмотрим. Это может ножи. Да, это ножи. Это кнайф раунд. Я перепутал просто. Так, ну кнайф раунд. Посмотрим. Кто за кого будет играть? Чья будет половина? Ну, Зиквикс с магом расправляется с двумя игроками. Дается размен. 2 в 2 остается. Игроки остаются, но, блин, но ситуация по ХП вообще маленькая. Стиби забирает кнайф раунд, посмотрим. Они, наверное, пропишут. Свич. Или свеп. Да, свич. Так, ну что ж. Стиби начинает за защиту. Пизиквикс за атаку. Собственно. Команды пишут рейди, матч сейчас начнется. Для стартов остается 10 секунд. Посмотрим. Как же пройдет первая пистолетка и в чью пользу она будет? Честно говоря, я не знаю, как играли до этого команды. Хорошо или плохо? Посмотрим. Так, ну начинается первая пистолетка. Команды закупаются. PZQX покупают раскидки. Арморы не берут. Вот только один игрок взял армор. Так, ну что ж. Противоположная команда делает такой же ход. Ну, ребята будут, наверное, работать до контакта, от килла. Но они ждут просто игроков команды. TTB. Они не лезут. Так. Агрессор чекает яму. Гра смотрит ковры. Слушайте, а что у нас там за КТ? Арсенал. Ну, проходит инфа от тиммейтов команды TTBU. То, что это будет А, поскольку раскидка на А. И правда, четверо игроков идут на А, но в то же время бомба
Так, а почему четверо? Какой-то баг с радаром. ZQX забирает игрока CBU. Ситуация 3 в 3. Арсенал на кухне. Астерикс тоже на кухне вместе со своим тиммейтом. О, ну поранил своего тиммейта. Бомба стоит. ZQX чекает парапет. Замечательно, игрока дает минус отличный. СП-250 гра разменивает тоже. Минус Астерикс. Остается один игрок. Арсенал. Его убивают. И команда PZQX берет первую пистолетку. Неплохо для атаки. Посмотрим, что будут делать с TBU. Будут они проводить волевушечку или же фул эко. Так, ну покупают МПшечки. Две МПшки в команде PZQX. И три калаша. Собственно, все вторые арморы. Есть даже раскидочки небольшие. Но посмотрим, как в этот раз они будут играть. Но это был фейк раунд, между прочим. Но что-то у меня радар пролагал. Не знаю, что это было. Так, ZQX дает первый минус на медле. Забирает. Именёв. Да, пусть будет Именёв. Так, маг. Оставался на респе. Минус Астерикс. Прям знал как-то. Но не будем ни в чем винить. Такое бывает, конечно. Так, ну двое игроков собрались на медле. Даже трое. ZQX минус Арсенал. Так, замечает еще одного игрока в коннекторе. Игра плюс ZQX минус Фьюри. Так, маг остается на респе. Подбирает бомбу, которая была выкинута на респе. На своей же. ZQX дает минус порой. Порою. Ну, без шансов, в общем. Команда TCBU даже минуса не сделала на этом экономическом раунде. Так, опять проводится эко. Я не понимаю, Фьюри P250 или... Но покупается один P250, Астерикс покупает P250. Так. А, Минёв еще берет Дигл. Ну, в общем, команды PZQX такая же ситуация. Собственно, покупается MP7. Даже не покупаются, они остаются. Поскольку они понимают то, что экономика у противника плохая. Так, ну, двое игроков команды защиты встали на медле. Чекают из окна. ZQX минус Арсенал. Так. Ну вот этот игрок, я не знаю. К сожалению, его ник. Минус Рой. Это... Не знаю, правда. К сожалению, к большому. Надо бы узнать, посмотреть. Так, Именёв погибает от рук Гра. Я сейчас попробую посмотреть, конечно же, ник, но просто там не было указано еще одного игрока. Так, агрессор минус Астерикс. Минус с МПшечки дается. Так. Ну, игра забирает Фьюри. Опять без шансов. Покупали Дингл, были шансы делать хоть один минус, но, к сожалению, они его не сделали. Так, ну и отличный закуп теперь у TTBU. Посмотрим, смогут ли они его взять. В это же время закупаются пятью калашами команда PZQX. Но у команды КТ есть АВП-шечка. Арсенал сразу чекает с АВП мидл. Так, ну, ребята из PZQX не спешат никуда. Работает до контакта от килла. Так, дается дым на базу А. Астерикс чекает яму. Ну и идет раскидка на апленд. Собственно, это будет выход туда. Бомба уже идет туда. Вот она. Пошла. Задомили. Коннектор, да. Так, Гра минус Астерикс. Фьюри с Именёвым стоят из джангла. Так. Ну, конечно. Бомба уже поставлена. Не очень хорошая ситуация. Так, минус Фьюри. Именёв, что же он сделает? Да, дает минус, отлично. Неплохо. 3 в 4. Посмотрим, будут ли выбивать. Да, они будут выбивать. TTBU. Но смогут ли они выбить? Двое команд... Двое игроков сидят в яме. ZQX минус Рой. О, по Арсеналу отлично прошивает. У него 19 хп остается. Ну, неплохо PZQX отыгрывает пока что. Маг забирает Арсенала. Ну, Именёв засейвил. Да, засейвил Кольт. Ну, это очень плохая ситуация для TTBU. Они проиграли
Байраунд. У них теперь опять не будет денег на закуп. Остается только кольт у Именева и у остальных фулл эк. Собственно, ни армора, ни гранат. Ничего не осталось. И ничего не купили, ребята. Так, ну опять же, 5 АКМов, опять же, так, у команды Пизиквикс. Именев решил проявить агрессию. Смотрит в яму, заходит. Даже так, у нас там маг убивает Астерикса. С помощью X-Ray. Это было видно, просто я не переключился. Так, ну бомба лежит на респе. Ребята, не торопится. Играют очень медленную игру. Навязывают, главное, свою игру. Так, Арсенал решил тоже проявить агрессию, но его контроль уже. Мне кажется, игрок, агрессор, знает, где его противник. Не, ну почему агрессия? Я там, наверное, не то сказал. Но, блин, окошко задымили. Агрессор не замечает своего противника. Вот теперь заметил. До этого он не замечал своего противника. Так, включаем автодиректор. Ой, Рой, хороший минус. С Юспа, минус Зиквикс. Минус капитан команды Пизиквикс. Так, минус Рой. Именев сбривает двоих, отлично. Просто два игрока встали в линию. Минус Именев. Так, маг, минус Арсенал. Ну, неплохой экраунд от команды TTBU. Они оставили двух игроков команды Пизиквикс. Одного игрока даже. Но просто у второго игрока ситуация по ХП была очень плачевная, но все же. Так, неплохой раунд. Неплохой экраунд. Конечно, был кольт, М-ка была, но все же. Отличный минус пистолета. Так, наконец-то мы видим АВП в команде Пизиквикс. Посмотрим. Против АВП команды TTBU. Не справляется. Не справляется. Зиквикс пытался сыграть с АВП, но у него это не получилось. Арсенал его перестреливает. Так, к сожалению, вылетело. Так, 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 что это? Прошу прощения, ошибочка вышла. Так, ну, бывает. Рой проявляет агрессию. Думает, что тут нет противника, но все чекает, все внимательно чекает. Арсенал смотрит мидл, мидл задымленный. Так. Именев также смотрит мидл и коннектор. Замечает противника на медле. Проходит инфа. Дается флеш. Закидывается в лифт граната. Так, Арсенал чекает. Коннектор. Минус. Агрессор в коннекторе, но Арсеналу оставили 19 хп, это очень плохо. Но пока все в порядке у команды TTBU в этом раунде, по крайней мере. Так, Арсенал замечает еще одного противника, минус Гра. Так, Рой минус Мак, отлично. Пока хорошо. Тоже начали играть медленно игроки, но проявляют, конечно, агрессию. Так, ну зажали игрока. Посмотрим, что он будет делать. Ну, он сейвить, наверное. Денег-то у них достаточно, в принципе. Дается флеш. А, это смог был. Бомба под контролем команды TTBU. И время заканчивается. Собственно, команда TTBU берет первый раунд. Ну, посмотрим, смогут ли они дать ответочку, так сказать. И взять еще 4 раунда, чтобы сравнять счет. Так, покупается опять АВП в команде Пизиквикс. Зиквикс берет АВП опять же. Так, но он не спешит идти на мидл. Он ждет игроков с базы А. Он ждет, когда они проявят агрессию и хочет подловить их на этом. Так, ну ему кладется смок, но не очень хороший смок. С этого смока все чекается. Так. Ну, Зиквикс внимательно все чекает. Так, давайте включим автодиректор. Идет раскидка от команды КТ, да и от команды террористов на базу А. Зиквикса простреливают, оставляют ему 19 хп. По хелсбарам у Пизиквикс не очень все хорошо. Астерикс минус... минус игрок с команды Пизиквикс. Маг дает размен. Астерикс минус Гра. Арсенал минус агрессор. Зиквикс минус Арсенал. Ну, расправляются команда TTBU со своими оппонентами. Ну, пока неплохо. Неплохо. Второй раунд берется.
Хорошо. Блин, надо бы узнать, что это за ник. То я так не могу. Но берется скаут, Зиквикс покупает скаут, и он надеется что-то сделать против АВП. Оставляет, кстати, Арсеналу 30 хп. Попадает ему в тело. Рой простреливает, пытается точнее простреливать, но не попадает пока. 2 2 5. Счет пока 2 5. На самом деле, за КТ я не знаю, как они проигрывают. Все-таки сильная сторона террористов, но посмотрим. Мне кажется, они дадут ответочку, потому что у них пока два раунда неплохие были. Может, ребята собрались, обговорили, поняли тактику своих противников. Но вы почему-то у нас показывают Зиквикса. Может, он все-таки даст минус. Так, Арсенал. Нет, он не пойдет в окно. Пойдет на базу А. Опять включаем автодиректор. Так, Фьюри. Фьюри у нас под коврами. На базе А. Трое игроков команды. Стибию на базе А находится. Арсенал минус маг. Грай минус Рой. Так, дается размен. Так, Астрикс замечает игрока на парапете, но не смог его забрать. Это был Зиквикс, он забирает его с Токнайна. Так, Именёв разменивает тиммейта. Ситуация 3 в 3, бомба поставлена. Ну, будут выбивать, скорее всего, потому что по экономике должно быть все нормально. Так, ну, 4С будем так звать. 4С убивает Именёва, Фьюри. Также разменивает, но по хелсбарам все плохо. Да, 4С убивает Фьюри. И остается Арсенал. Ничего не смог подделать, ему дается моменталочка. Не смогли дать ответочку в третьем. Точнее, в восьмом раунде. Был бы третий, если бы они взяли. TTBU. 2-6. Такой вот пока счет. Пизиквикс берет шестой для себя раунд. И по экономике что у нас? Закупаются игроки команды TTBU. Покупают три кольта, Фамас и Дигл. Фьюри ничего не стал покупать. Так, а ну у Зиквикса тут скаут. Ну и все. А я надеялся на АВП, в принципе. Нет, он не смог бы позволить. Макс минус Фьюри. Дождались агрессии. Команды TTBU. Но подозревали, что там. Гра минус Астерикс. Ну, вообще без шансов. Просто пока разбирают игроков TTBU. Диквикс в прыжке дает. Почти минус. У Роя остается 28 хп. Так, ну, 2 игроков на базе Б. Инфа уже есть. Сейчас пойдут на выбивание. Именёв. Отличный минус. По своему тиммейту. Но переволновался парень. В принципе, бывает. Ничего страшного. Правда, это был очень важный раунд, но опять же, инфа есть. Он просто так стоит и ничего не может делать почему-то. Тим Толк, наверное, был после этого отличного килла команды Пизик. А, нет, TTBU. Извините. Эко-раунд вынуждены проводить команда TTBU. Да. Минус был. Не из лучших, конечно. Но не фулл эко. Арсенал покупает Дигл в надежде, что он что-то сделает с него. Но мне кажется, что так, идет выход на мидл. 4С забирает Роя. Рой опять агрессировал немного. Так, у 4С мало хп, и Минев забирает его. Сейчас, наверное, подберет девайс. Это АК. Ну, пока 4 в 4, но эко-раунд. Навряд ли они что-то смогут сделать, команда TTBU. Так, ну, прошла инфа, то, что есть игрок в коннекторе. Команда КТ. Зиквикс его забирает, это Арсенал. Так, о! Зиквикс забирает еще одного игрока на парапете. Астерикс дает отличный минус с П250. На дальних расстояниях неплохо, кстати, дал минус. Так, ну, 2 в 3. Нет. Без шансов. 1 в 3. Игрок без девайса. Так, ну его законтролит уже, все слышно. Кстати, я забыл включить звук. Вот это вообще.
Это я мощный тип. Ну, извините. Так, ну, теперь закуп. Отличный закуп. Правда, если что, у них денег не останется. Но закуп имеется. Правда, арсенал не покупает армор, но берет АВП. Астрикс покупает первый армор. Остальные игроки покупают вторые арморы. Так, даже не так вот сделаю. Вот так. Ну и у команды PZQX. Все называю. У ZQX есть АВП, но у него 17 хп. Его арсенал конкретно так поранил. Двое игроков на парапете. Трое контролируют мидл от команды TTBU. Прошла инфа, то что есть игрок ZQX. Ну, из команды PZQX. На медле один игрок. ZQX, PZQX. Рой минус Гра. И 4С убивает Роя, дает размен. Это будет под Б выход, наверное, потому что... Да, это будет выход под Б. Бомба идет на базу Б. Так, ну, Фьюри пока на кухне. Все контролится. Нет, бомба ставится. Не все контролится. Бомба поставлена. Это уже хорошо. Так, ну, Фьюри минус мага. Минус маг. Маг. Минус маг. Эминев минус 4С. Арсенал дает хороший минус. И Астерик заходит в спину своему противнику. Это ZQX. И берут третий раунд. Команда TTBU. Сейчас становится 3-8. Бомба дефузится. Но неплохо. Неплохо взяли этот раунд, но... Посмотрим, что они сделают дальше. Поскольку у ZQX еще есть деньги. Их достаточно много. Они покупают оружие на этот раунд. Смогут ли выбить TTBU это оружие в этом раунде? Так, ZQX опять идет на мидл. Так, берет окно, но арсенал его перебивает. Перестреливает. На шифтах. Идет команда PZQX. Или PZQX. Нет, PZQX пусть будет так, мне нравится. Так, агрессор. Минус арсенал. Арсенал невнимательно сыграл. Пошел в коннектор спускаться на мидл. Не очень правильно. Астрикс, минус Гра. Отличный минус АВП. Вот есть замена АВП. Минус вместо арсенала. Все-таки это очень хорошо. Так, ну, 4 в 3 ситуация. Один игрок на базе Б. И двое игроков топчутся на медле с бомбой. Но времени еще достаточно. Посмотрим, что они будут делать. Что-то мне подсказывает, что ничего. Проходит, наверное, в коннектор игроки. Так, ну, проходит инфа, опять же, от команды TTBU. То, что двое игроков на медле. В лифте есть один игрок команды TTBU. Его агрессор убивает. Так, ну трое игроков уже на медле. Астрикс не убивает. Нет, убивает мага. Все-таки дает второй минус. Но его уже в спине обходят. Да. 4С минус Астрикс. 4. Ну пусть будет S, правда. Я не знаю просто, как у него ник называется. Звучит. Так, ну в большинстве. Команда PZQX. О, нет, TTBU. Они берут четвертый раунд. В этой половине. Счет становится 4-8. Раунд сейчас будет 13-й. Осталось чуть-чуть до конца первой половины. Посмотрим. Посмотрим, смогут ли они вывести на счет 7-8. Или же будет иной счет с большим разрывом для команды TTBU. Так, ну, делают такую небольшую волевушечку. Даже я не знаю. Он покупает Галил, скаут. Ух ты, отличный. Отлично покоцал арсенала со скаута. У него осталось 13 хп. Не очень аккуратно он сыграл. Так, 4С минус Рой. Забирает в коврах. Опять агрессия была от команды TTBU. Излишняя, между прочим. Они не понимают то, что... Так, Фьюри минус Гра. Они не понимают то, что команда PZQX играет очень медленно. Она навязывает им свою игру. Ну... Я не понимаю, почему они так делают. Так, ну, 3 в 4, ситуация по хосбарам не очень. Есть еще шансы затащить.
Команда TTBU. Этот раунд. Так. Маг. Будет выходить под моменталочку. Фьюри. Арсенал забирается с гранаты Зиквикса. Фьюри убивает еще одного игрока команды Пизиквикс. И еще одного. Так, агрессор остается. По нему идет инфа. Арсенал забирает его. 5-8. Становится счет. Но есть небольшая ответочка. Так, будет эко от команды Пизиквикс, либо же волевушечка. Нет, ну это эко. Да. Покупается так на N1. Под 50. В то же время у команды TTBU 4 кольта и 1 ОП. Так, ну... Я, к сожалению, пропустил этот момент. Так, Рой принимает базу Б, но его забирает Гра. У Арсенала остается 7 хп. Бомба сейчас будет ставиться. Дадут ли поставить? Да, дают поставить. Нет, не дают поставить бомбу. Астрик забирает игрока Гра, который пытался поставить бомбу. Остается один игрок Зиквикс, но у него 15 хп. Он ничего не сможет сделать, наверное. Но убивает Арсенал, у которого было 7 хп, но... Остальными игроками ничего не сделал, поскольку был эко-раунд. Ну, теперь закупочка от команды PZQX. И это последний раунд первой половины. Посмотрим. 7-8 или 9-6. На самом деле, минимум TTBU уже взяли свой в первой половине, но все же. Было бы лучше, если бы они взяли седьмой раунд. Так, ну... Есть АВП у Арсенала и у Зиквикса. Кто кого перестреляет, неизвестно. Зиквикс сходил на мидл, ничего там не сделал. И ушел на базу А к своим тиммейтам. Но не все тут трутся. Ждут чего-то. Но опять же, команда TTBU не умеет терпеть, они проявляют агрессию. Идет раскидочка под базу А. Ну, да. Молотов дается от команды TTBU, вроде бы. Так, 4С минус Фьюри. Так, все чекается. Астрикс разменивает тиммейта. Гра делает то же самое. Еще дает минус. Ну, без шансов. Еще становится, скорее всего, 6-9. Первую половину выигрывает команда PZQX. За счетом 6-9. Сейчас они будут играть за команду защиты. Посмотрим, как они ее отыграют. Эх. Не очень хорошо, конечно, TTBU отыграли, но все же. Я бы не сказал, что плохо. Они взяли с минимум. Так, все. Я вернулся в КС, собственно. 3 секунды до начала первой половины. Команда PZQX пишет Ready. Ну, а TTBU ничего пока не написали. Может, у них Team Talk какой-то. Но, правда, надо парням собираться что-то делать. Поскольку они реально могут проиграть этот матч. Все. Команда TTBU пишет Ready. Идет отсчет до начала второй половины этого матча. Так, ну что ж. Пистолетка второй половины. Вторая пистолетка. Напомню, первую пистолетку взяла команда PZQX. Посмотрим, что могут сделать TTBU за... атаку. Что смогут, что смогут. Так. Ну это под А выход. Так, Арсенал минус маг. Отличный минус. Дает хедшот. Рой минус Гра. Зиквикс разменивает. Но 4 в 2. Без шансов. Арсенал
Великолепный минус в прыжке. Так, ну... Нет, ничего не сможет сделать. Игрок команды PZ Quicks, бомба еще стоит, отлично. Отлично. Так, Именев забирает последнего игрока команды PZ Quicks. Так, ну закупочка такая. ZQX покупает скаут, волевушечку делает. Но TTBU покупает, значит, 3 АК, 1 МП. А это UMP и МП. МПшечку. Фьюри покупает. Так, у всех арморы. У одного игрока. Только первые арморы, остальных вторые арморы. Даже если раскидочка. Гра. Решил проявить агрессию с своим тиммейтом. Это... Да, к сожалению, не могу... А, нет, это маг. Так, ну, арсенал. Минус гра. Маг замечает арсенал. Ну, точнее, проходит инфа. Он решил зачекать. И дал минус. Дал размен. С P250. Невнимательно сыграл арсенал. Так, ну, по магу тоже уже есть инфа. Он... Смотрит две точки. Это выход с ковров и с ямы. Так, а бомба-то у нас находится под базой А, да. Под А бомба. Там два игрока команды TTBU. Так, Астрикс минус Зиквикс. Маг убивает Астрикса. Ну, тут размен 2 в 2 ситуация остается. У игроков команды PZQX нет девайсов, только P250-е. А вот команда TTBU они есть. Рой убивает, значит, агрессора. Замечает еще одного игрока. Ну и... Оставляет ему 16 хп, это минус от Минёва. Еще становится 8-9. Наверстывает упущенная команда TTBU. Так, у PZQX должен быть еще один эко. Мак покупает P250. Ну и больше ничего. Фьюри решил купить Галил. Так, ну все так же, не считая того, что пропал UMP и MP. Так, ну, 4S решил перестреляться против Калаша с Юспиком. Рой оставляет 14 хп своему оппоненту и дает минус гранаты. Так, ну... Три подряд минуса от команды TTBU. Рой замечает еще одного игрока в своей спине. И убивает его, это ZQX. Так, ну, агрессор знает, где находится Рой. По нему пошла инфа, но бомба ставится на Б. Ой, на А. А игрок команды защиты на Б. Он понимает это и перетягивается. Рой заходит ему в спину. Он, конечно, далеко. Но... Нет, Фьюри убивает агрессора. Команда TTBU берет еще один раунд, счет становится 9-9. Так, ну и закупочка от команды PZQX. Они покупают 4 кольта и 1 ФАМАС. Ну и почти у всех вторые арморы, только 4С первый армор. Ну, в принципе, у TTBU ситуация такая же, только у них вторые арморы, раскидочки, ну, Галил имеется, присутствует. Так, двое игроков. Команда PZQX решили проявить агрессию на медле. Так, замечает команда... Замечает Роя. TQX и Астерикса убивает их. Но не ожидал TTBU такой агрессии. Команда PZQX. Гра разменивает. Ну, нет, не разменивает, дает минус. Я перепутал, к сожалению. Так. Остается два игрока команды TTBU. И они тут, ну, бессильны. Дается ХАЕ. Подрывается арсенал на этой ХАЕ. И последний игрок находится на Терраской респе. Вот он там. Ну, контролирует команда PZQX карту полностью. То есть двое игроков тут. Двое тут и один на медле. Все контролится. Все выходы, входы. Так, Фьюри решил пройти на мид. Взять нормальный девайс, наконец-то. Ну... Засейвить. Да, он будет его сейвить.
Но за ним идут с двух сторон уже. Он не замечает. Он слышит, но не замечает игрока с лестницы. И его убивают. Сейчас становится 9-10. Вывели на ничью, но не смогли. Не смогли удержать этого преимущества. Так, ну что ж, что будут делать команда TCBU? Сейчас увидим. Ну, они покупают. У них солидный закуп. Вторая армора, АВП и 4 калаша. В то время как у команды PZQX 2 калаша и 3 кольта. Но также вторая армора. Так, PZQX простреливает. Парапет, наверное. Смотрит андеграунд. Окно простреливается арсеналом. Ну и PZQX понимает то, что у игроков TTBU, у команды TTBU точнее, есть АВП. Но PZQX не суется. Именёв вроде бы замечает своего противника, дает хае. PZQX решил выйти на мидл, перестреляться против АВП. Но ничего не получилось. Так, игра. Минус арсенал. Так, 4С еще забирает одного игрока команды TTBU. Ситуация 3 в 4, дается размен. Так, игра еще одного забирает. Это Рой. Так, PZQX минус Фьюри. Ну, 1 в 4. Ситуация очень плохая для команды TTBU. Они... Ну, Астерикс не сможет ничего поделать. PZQX его убивает. И 9-11 для команды PZQX. Они в преимуществе. Они лидируют. Ну и команда TTBU эко-раунд. Они вынуждены просто проводить эко-раунд. У них с экономикой все плохо. Ну и они все идут на базу Б. Рашат вроде бы даже. Нет, нет, не рашат. Смог. Пошел только Астерикс. Так, надо пронаблюдать. Так, арсенал. Погибает. 4С дает 3 минуса отличнейших именев. Разменивает. Так, агрессор дает минус. Еще один минус. Так. Агрессор забирает оставшихся двух игроков. Еще 9-12. Байраунд ожидается от команды TTBU. Да, он и будет. 5 калашей. Вторая армора. Раскидочки есть. Но... PZQX не покупает, кстати, АВП. Так, Астерикс проявляет агрессию. Забирает Гра. Он не ожидал такого. Проходит по нему инфа. Маг забирает Астерикса. Так, маг минус Роя. Фьюри разменивает тиммейта. Замечает еще одного, знает. Прошла инфа просто. Так, ну 2 в 2. Бомба уже стоит. Ну, один арсенал остался. Мне кажется, он ничего не сможет сделать. С двух сторон его просто зажали. Пошла хаешка. 4С минус арсенал. И бомба будет дефьюзиться. Счет 9-13. Ну, пока вот нет проблесков в эти последние раунды от команды TTBU. Так, 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 так. Вот, по экономике что? Ну, плохо. У всех команд... У команды TTBU, у всех игроков, в принципе, такая экономика. Ух ты. Неплохо. Так. Ну, покупают они 5 калашей. И, наконец-то, команда PZQX покупает АВП. Маг дает минус в яме. Гра забирает арсеналом. Дается размен. Еще. Так, маг. Закрысил, забирает Фьюри. Агрессор также разменивает. Но остался один игрок, Астерикс. По нему нет инфы, но тиммейты дали инфу по команде PZQX, по оставшимся игрокам.
Бомба лежит в неудобном положении. Так, Астрик замечает одного игрока. Не знает, где находится второй, но не перестреливает его. Агрессор забирает 14 раунд для команды Busy Quicks. 9-14 счет. Но плохо, очень все плохо для команды TTBU. Они еще раз закупаются, но... Но не скупается и Минёв. А нет, покупает. Покупает в последний момент. Девайс. Так, у них три Галила, два АК, вторые арморы. И АВП в окне. Перестреливает Астрикс. Тут какой-то пролаг сейчас был. Не знаю, что это, может быть. Матч уже закончился. Такое бывает. Поскольку задержка все-таки идет по GoTV. Так, ну минус Астрикс и Минёв. Не смог перестрелять. Игра. The Quicks минус Арсенал. 2 в 5. Ну нереально просто. Разбомбили, раскрошили. Не знаю, мясо. Просто мясо. Ничего не могут поделать с TBU. Они просто... Ну реально не могут противостоять своим оппонентам. Рой. Рой в яме. Замечает игрок команды Busy Quicks, но не перестреливает опять же его. Не хватает, чего-то не хватает команде TTBU, они не перестреливают, не понимают игры своих противников и, к сожалению, проигрывают с таким счетом. 9-15, не очень хороший счет. Вроде бы начали набирать обороты во второй половине, но... Да и в первой тоже, но ненадолго их хватило. Так, игра проявляет агрессию, дает моменталочку. Минус. Ну, без шансов просто. Тут даже говорить нечего. Тут просто без шансов. Остается двое игроков команды TTBU. Так, и Минёв. Разменивать тиммейта, но... Тут без шансов, ну серьезно. Так. Закончился матч со счетом 9-16. Поздравляем команду Busy Quicks. Они выигрывают.